Все 4 дня форума наш канал «Тюменское время» будет вести онлайн-трансляцию в Ютубе и на сайте «Слух.ру» в субботу с 18.30 до 20 часов. Смотрите итоговый выпуск обо всех событиях «Инновика». На каком месте рейтинга инвест-привлекательности окажется Тюменская область в этом году? Результаты узнаем 2 июня. Традиционно их оглашают в рамках проведения Петербургского международного экономического форума. Он стартует на следующей неделе. В прошлом году наш регион поднялся на 5-е место в стране, совершив рывок с 15-й позиции. Мы достаточно высоко находимся в рейтингах. Рейтинги – дело хорошее, но все-таки самая главная оценка, то, что происходит в регионе, это та оценка, которую ставят сами предприниматели. И если они сегодня чувствуют себя защищенными на территории, чувствуют, что сегодня власть заинтересована в них, и вот очень важно, чтобы вот в этом большом море всевозможных проблем, с которым сталкивается предпринимательское сообщество, предприниматель получал поддержку.